Всем привет, дорогие зрители! Сегодня 2 апреля. Я приехал в район Махмутлар на субботний рынок. Извиняюсь. Так, звонки не прекратились. Итак, дорогие зрители, здесь у нас дорога ведет к морю. Тут магазинчики. Хочу вам показать цены на мясо на сегодняшний день, на 2 апреля. Тут магазин, зоомагазин, кому нужно, и продаются аквариумные рыбки, там всякое для домашних питомцев. Так, тут один кассап, вот видите, это магазин, где продают мясо, и тут есть один магазин. Мясокомбинат. Посмотрим, какие сегодня цены. Потом я пойду на рынок и покажу цены на субботнем рынке. Салам алейкум, амчам. Фиаттар белиди или мишан? Цены можно узнать? Да. Цены можете сказать? На курицу сколько? Там курочки, ножки. На паузу поставьте, пожалуйста. Там вот тавук, канат, бут. Фиаттар не олёр, килосу? 58 лир, абы. 58 лир крылышки, килограмм. Килограмм, 50 лир. 50 лир, это часть ножки, верхняя часть ножки. 40 лир ножки. Кыма. Тюм тавук? Килограмм 5. Килограмм курицы стоит 40 лир. Филе 60 лир. В Биме тоже можете купить. В Биме тоже хорошие цены на вот эти. Кузу бут. Это баранина, ляжка. Некогда лира килосу? 120 лир. 116 лир. Кузу кемиксиз 140 лир. Без косточек 140 лир мясо. Кузу локум 180 лир. Лукум баранина 180 лир. Антрикот, вот это, без косточек, не когда? Баранин. 80 лир. 180 лир. 180. 150 лир, вот это, стейк с баранины. Антрикот, 170 лир. Баранин. Ребрышки, ребрышки. Антрикот. Ребрышки, да. Ne kadar dedin bu ya? 170 lir ребрышки. Normal dana et. 150 lir говядина. Килограмм. Фарш şey ne kadar? Kıyma. 140 lir килограмм фарша. Köfteye ne kadar veriyorsun? Katlete. 115 lir. Спасибо. Цены на 2 апреля. Эшекилар абиде. Вот, кто хочет еще посмотреть цены, можете зайти в Мигрос, и там тоже есть хорошие цены. Скидки бывают в каждом магазине по-разному. В Биме есть, но в Биме мясо не продают, в основном курицу. И в пачках продают, там 500 грамм фарш и там подобное. Значит, дорогие зрители, сейчас войдем в другой магазин мясной. Салам алейкум, абиджа. Паштяна, фиаттар не олмыш? Иксельмиш ме эр шей? У что? Буттар не кадар лезита? 75 лир. Бубут. Вот это занято, короче, это занято. Бунун хазыры. Для шашлыков уже маринованы все есть. Сейчас узнает цены. Меселя пушети не кадар оно? Эвет. 170 лир килограмм. Бу, Адана. 125 Адана кебаб. Это люля турецкий. Бу патлыжан арасындаки? Патлыжан арасындаки кыйма. Не, не фиат. 120 лир. Тавук. Мерхаба, красивый. Есть я могу помочь? Помоги мне. Он это. 75 лир уже готовая курица. Так,
5 tonar. Ama bir poşet alsan gerekiyor. Etin kilosu ne? Ne normal et. 145. 140, 145 lir kilogram мяса стоит. Getir onu. Все. Подорожало мясо, дорогие зрители. Не кушайте. Так, идемте дальше. Можете бобы купить там, фасоль, грибы. Много там белков тоже есть. Ага, начнем с оливок. 45, 50, 35 килограмм оливок стоит. Бесплатно, здрасте. Сыр, мыр. 85, 60, 65, 45 лир. Тулум стоит 30 лир. Тамам. Тут оливки, сладости. Это у нас томат такой. Салча называется на турецком. Aynen. Merhaba. Merhaba abim. Kaymak, smetana, kaymak ne kadar? Kaymak 100 lira. 100 lir kilogram. Kilogram. Bravo. Almaz abi. Yok yok. Sonra alırım ben. Bitireyim işimi. 100 lira işte. Merhaba. Kilosu ne kadar? 150 lira. 150 lira mı oldu ya? 80 liraydı geçen hafta. 80 liraydı içeride. Bu ne? Yayık mı? Ha yayık, yayık. Ha, это самое натуральное, 150 лир стоит. Там за 80 лир сливочное мясо есть. Это 150 лир стоит. Yayık ayran için yapıldı. Ha, tamam, tamam, tamam. Tamam. Так. Яички, мяички, клубнички. Индивико. Индивико. Ой, 25 лир. Клубника. Все, сезон начался. А мушмуланын чей келди би? Там заманы мы шуан, май сай. Все. Одинник, мушмула уже вот, сезон начался. Май начинается, но уже начался еще. Челек. Челек на кадар тут 30 лир стоит у нас. Шелковица. Merhaba abicim, nasılsın? İyiyiz, nasılsın? Seninkileri, biberleri zaten gösterdim. Paruski moşke var, уже тебя знают. Fiyatlar değişti mi yoksa aynı duruyor? А цены у него остаются такие же, как есть. Я прошлой неделе снимал. А? 100 грамм 100 лир. 100 грамм 100 лир. 100 грамм 35. 100 грамм 35 лир. 100 грамм 100 лир. 100 грамм 100 лир. 100 грамм 20. 20. 20, 20, 20, 20. 100 грамм стоит 20 лир. 100 лир. Куркума. Куркума, кардамон. 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 Сколько? Это кориза это. Корица сколько? 100 грамм 30. 100 грамм 30. Да. Комплект дешево. Дешево? Дешево. Бесплатно? Бесплатно. Денег нету. Хорошо, Абладжим, джевизин фиаты не када? Джевиз? 180. 180? 200. 200? Почему? Один большой. Это чуть-чуть черный. Покрасили что ли его? А, черный. Это Турция, это Украина. А, это украинский, это российский, турецкий, белый. Ой, боже мой. А цвет кожи имеет разницу в цене? Это супер, это. 150. 150. 200, 100 лир. Я их тоже могу отбелить. Нет, чуть-чуть это. Отбелю, будет 100, 100, 200. Хорошо. Барабан. Так.
сухой тутовник, сухой вот. У него больше витаминов, когда он сухой, как я знаю, да? Маленький, хороший. Да. 150 лир. Так. Имбирь, манго сухой, папайя, сухожи, сухофрукты. Инжир не кадар? Инжирин не кадар, абе? Гитти. 150 лир стоит инжир килограмм. Опять что-то цены поднялись, кажется, или мне так кажется. Грейпфрут 5 лир килограмм. Брокколи 30 лир килограмм. Апельсин 7. Туда, туда пойти мне. Здесь клубника уже 20 лет. Бурю. 20 лет, кило. Картошка 9 лир, дорогие зрители. Лук 6 лир. Вечером будет подешевле. За 8 лир тоже есть картошки. Тут также продается в этой стороне одежда, там текстиль, обувь, мобувь, трусики, мрусики, все продается. Так, сечки, помидор, сладкий написано, 25 лир, 20 лир, 15 лир баклажан. Здесь 35 лир, но вкусы разные. 3 лиры банану такие. Нет, 10 лир, 3 кило. 15 лир, банан. У нас чеснок кило, 60 лир. Натуральная картошка, вот самая, да, вот, самая хорошая. Бунун килосу не кадар? 15 лир. 15 лир. Покупайте такую картошку. Там много хорошего всего. Рекламу я пьем, Али. Фиатары, будем фиатары. Тамам. Огурцы 12, 5, 4, 12, 7, 9. Кабак 12 лир. Тут свежая картошка 12 лир, вот такой. 10 лир огурцы, тут даже 6 лир, 8 лир огурцы, чем дальше, тем ниже цен, здесь 6 лир. Зелень, мелень, 4-5 лир, 5 лир, кинза. Пять лир килограмм бананов. Это уже не съесть. Бунет чек. Пять лир у нас. Чекин я. Так.
15 лет баклажан, 9 лет картошка. У нее уже 20 лет вот эта свежая картошка. Так. 6 лет апельсины. Какой маленький. Какой маленький. Болгарский перец, 10 лир. Такой маленький, вы не видели? Я тоже не видел. Увидел вместе с вами. Ага, вот это горький перец. Яблоки 7,5 килограмм. Несколько сортов, 6 лир стоит. Ай, на облага, я 7 лир, супер язва. А, груша такая, груша. Похожа на яблоко. 7 лир груша. Красная такая груша. Пять лир, лимон. Апельсиновый сок, свежевыжатый, 30 лир, 6 лир. Да, цены плюс-минус одинаковые, 1-2 лиры туда-сюда обратно. Хавуч, кач лир, абла? 8 лир, морковь. Все, дорогие зрители, показал вам цены на 2 апреля. Ставим лайки, майки, комменты пишем. Пишите. Приятного аппетита всем. Пока-пока.